Приветствую всех, с вами Низирамос, мы продолжаем проходить вторую Паразит Ив на баунти режиме. Я так и не понял, от чего зависит, что я не могу пробить босса. Но что поделать. Используем лекарство. Единственный вариант, возможно, надо сначала обе руки пробить первую часть, потом обе руки пробить вторую часть. Кстати, уточню, что, оказывается, босс на самом деле зовут Брахман. А не реактор. Реактором его назвали в каком-то из гайдов. Неофициальном, насколько я понимаю. Да, кстати, надо. Я забыл. Оп. Да ты издеваешься? Господин, непробиваемая башка. Сейчас ты будешь свою нижнюю атаку использовать, да? Вот эта атака чем хороша, что от нее легко спрятаться. Беги! Ху-ху-ху-ху-ху. Ёжики, уже открыл свое ядрышко. Нет, дружище, я не готов к твоему ядру. Да, стреляй по руке. Так, валим, валим, валим. Главное не останавливаться сразу после взрыва. Так, я не успеваю. Фух, успел. Да опять ты по нулям. Ты что ж, нулевой-то такой хрен. Я не понимаю, что, как ему эти долбанные руки пробивать.
Что я ему еще не пробил, чтобы пробивать руки? Ты чё? Как я использую вот это? Ты охренел, да? Мне нужно твой зад пробить. Перестанешь разворачиваться? Перестанет. Так, ну он поворачивается ко мне задом уже. Дай мне свое щупальце. Наконец. Так, и теперь настреливаем ему в зад. Может быть, я смогу руки разобрать в последнюю очередь, то есть когда все прочие части уже будут пробиты. Так, отлично, он не запустил еще свою ядерную реакцию. Давай, ты должен остановиться ненадолго после этой штуки. Тебе должно стать плохо. Издеваешься, да, фигня? Так, ядрышко раскрыл. Может быть, сейчас я успею немножко нагнать его. Кстати, сейчас остальные части я нормально ему пробил. На хвостах я урона не получил особого. Так, все. Заставили ядро открываться, теперь убегаем. Так, ядро открывайся. Так, это была плохая идея.
но, к счастью, получилось. Так, ядро. Отлично, ядро есть. Опять. Так, ну у него спереди еще осталась одна запчасть. Я не понимаю, что не так с твоими долбанными руками, ты жижа? И ведь вот эти по сотни урона, что я ему наношу, это же ведь пофиг ему. Они в итоге все равно не отваливаются. То есть я могу у него вот, еще вот, грубо говоря, 3000 здоровья снести этим лазером, ну практически. Вот так вот. Но они не отваливаются. Ну, не 3000, конечно, учитывая, что я много не попадаю. И вот что с ним не так? Ладно, хрен с этим лососем. Бьем так его тогда. Я очень надеюсь, что вы мне подскажете, что я делаю не так. У меня никогда такого не было, я серьезно. Вот сколько я играю, если я пытался уничтожить ему части тела, они всегда уничтожались. Я ему пробил все, кроме рук. Но руки это, по сути, две... Ну, аналог, как две протеинки. Что-то они по 5000 стоят каждая. Ну, вот не судьба. Не получилось пробить руки. Я не знаю, в чем дело.
Надеюсь, вы мне подскажете, в чем дело. Наверняка окажется, что я действительно что-то делаю не так. Но у меня нет ни малейших идей, что именно. Давайте сделаем. Возможно, это неправильное действие. Я не знаю. Я просто не знаю, что я делаю не так. В интернете я не нашел никакой информации по поводу того, что руки в какой, при каких-то условиях становятся неуязвимы. Если не считать руки, то бой, я считаю, прошел очень хорошо. То есть я не так много урона в целом нахватался. Как обычно. Так, отходим. Что думаешь, я с тобой церемониться буду? Нет. Я сказал спать. Спать. Ты на меня, да? На полном серьезе пошла. Молодец. Хорошая девочка. Напугала, называется. Она, по-моему, не рассчитала, что я очень злой на этого брахмана. Так, не надо мне капать, пожалуйста. Я надеюсь, вы мне все равно подскажете, что я накосячил. То есть, вот почему. Почему оно не сработало? Почему я не смог убить руки брахману? Давайте этот ролик посмотрим. Приятный ролик, который... знаменует то, что мы прошли на лучшую концовку. Следующие две сложности я тоже буду на эту же концовку идти. А потом, если получится, у меня есть планы пройти на всех, на все концовки, о, не... на все награды получить, то бишь много перепрохождений. Аж потом у меня будет Bounty, Scavenger, Nightmare, уже на другие концовки, то, например, на плохую концовку пытаться выжимать буду. Посмотрим, что из этого получится. То есть там, возможно, многие битвы буду избегать уже, какие-нибудь особо сложные. Еще на повторе будем проходить. Так, титры нам пропускаем. Ну да, протеины, конечно, сейчас хорошо накопил. Кстати, сейчас, по-моему, дали все-таки за этот награду. Как его зовут? За медицинское кольцо вот это.
Opening. Перезаписываем. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих прохождениях. Всем пока!